Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон, надеюсь, эта серия наберет свыше 500 лайков, здесь мы будем покупать бизнес. Даже если ты не смотришь КРМП, все равно поставь лайк и дай шанс данному видео вылиться, я бы так сказал, в топ. Так, ну что ж, значит, пришлось мне продать автомобиль, меня выпустил адвокат за свои деньги, потом я ему дал баблинского. Так, и, пожалуй, давай напишем человеку, которого я хочу купить 24 на 7. Так, ты где? 10 тысяч не хватает еще. Какой алчный, однако, медик. Нет, не дам я ему больше денег, на самом деле. Так, ты где? Ты где, чувак? Так, я готов купить бизнес. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут будет, ребят. В Южном. Так, 480. 24... На 7 приедь. Все, сейчас мы поедем, короче, на моей машинке. Это, кстати, бэха, который я тут прикупил на днях. 5 миллионов, кстати, стоит. Это у нас 530-я бэха. Топовая вообще модель машины. Ох, ё-моё, уже покорёжили. О, нихера себе депосы, блин. На приорке, ё-моё, ребят, вот это да. Окей, окей, все нормуль. Слушай, какие тачки-то охеренные. Так. Давай к 24 на 7. Номер скажи. Номер СТО, номер 24 на 7. ХЗ, блин, я не знаю. Я ХЗ, блин. В Южном. 24 на 7. Так, в GPS найди. В GPS найди. Ближе 24/7. Так, ну вот такие, ребят, дела. Собственно, буду покупать себе 24/7. Блин, тачка, конечно, вообще трешак. Ладно. Давай тогда там, где блокпост Южный, выезд, встретимся. Угу. Так, я не могу ему писать, к сожалению. Ух, нихера себе. Гелик подкатил, нормалек вообще. Блин, гелик подъехал. Может, точно гелик купить? Вот такой вот, таких две тачки и гелик купить себе так. Вот, все, там, где блокпост, он понял. Блин, тачка, конечно, высшая, друзья. Особенно вот с такими фарами. Она просто, блин, она выше всяких похвал. Она реально достойна лайка, мне кажется. Даже самперов, которые смотрят меня только из-за сампер-п, пацаны, достойно лайка, я вам серьезно говорю. Это бэха, самая вообще топовая бэха, которая только где-то существовала. Потому что везде тут обычные машинки. У меня вот такая вот бэха за 5 миллионов. Ну, само собой, все эти деньги были, так сказать, почти честным трудом заработаны, да, что-то в этом роде. Так. Ну все, я уже подкатываю практически к блокпосту. Сейчас буду покупать как раз-таки уже бизнес 24 на 7 себе. Не знаю почему, но оно дешевое, и я хочу его себе, ой-ой, прикупить. Так, давай, поехали, поехали, поехали аккуратненько. Так, кто у нас тут? Кого-то тормознули. Так, ну я вот сюда, пожалуйста. Ага, Лео, Лео, го. Поехали. Поехали, я за тобой. Отлично, я за ним сейчас поеду, и он мне покажет 24 на 7, собственно, которую я хочу. О, Мерс, как у меня, только цвет немного другого. Менты кого-то тормознули на приорке. Вообще топовый хер. Так, сейчас, ах, врезался-то, блин, в медика. Ну, медик там уже, я так понимаю, нет, он уже убежал давно. Так, тачка у него, конечно, не едет ни хера, вот у меня разгоняется только в путь. О-о-о-о-о-о-о, пацанчик, полегче, братиш, ты куда так рванул-то, блин. Так, я, правда, не знаю, где у него находится 24 на 7, но мы это сейчас обязательно выясним, друзья. И кто играет на Amazing RP, ссылки на все есть в описании. Обязательно, друзья, покупайте все у меня. Попробуем сделать финку хорошую. Окупить. На сам RP не получилось, так мы тут окупим. Тут-то явно получится, тут сервак. Ну, в большинстве случаев он забит, конечно же. Так, давай. Я на встречку вылечу, нормально все. Просто при менте на встречную полосу. Так, 2,3 кака у меня с собой. Сейчас он мне сделает предложение, я думаю, надо покупать. Потом надо узнать,
что с бизнесом дальше делать, но это уже в следующей серии. Но если эта серия наберет свыше 500 лайков, тогда я обязательно пойду в следующей серии в казино, дабы поднять немного лавандоса, потому что денег у меня, конечно же, мало. Что он вытаскивает тут? Я так понимаю, он вытаскивает оружие, да? Нет, ну оружие на самом деле вытаскивать против меня бесполезно, потому что я же вроде обычный нормальный человек. Правда, на такой бэхе ездит какой-то моржовый, блин. Это капец, просто едет какой-то хрен на бэхе за 5 миллионов, покупая бизнес не за 13 миллионов, какой-нибудь СТО себе крутое, а всего лишь 24 на 7. Ну, не знаю, 24 на 7 тоже бизнес, это довольно неплохо. В худшем случае его можно перепродать, в лучшем на нем можно очень нехило заработать. Так, давай, блин, братан, побыстрее, тут дорога прямая, я немного так съеду. Воу-воу-воу. Давай, братиша. Едь как мы... Ой-ой-ой. Снизу что-то было. Давай, летим, братан, летим. Ём, подрезает еще говнюк, а какой? У меня номеров даже на машине нет. Мне вообще пофигу, еду вообще беспределю. Потихонечку. Так, сейчас он где-нибудь свернет здесь. Так, вот я так понимаю, 24 на 7 в Арзамасе, да? Будь это где-нибудь здесь, а будь это где-нибудь здесь. Тут как раз так, такой хороший... Блин. Уже не здесь. О, нормально. Коп сбил человека. О, четырюга проклятый. О, нихера себе. Ё-моё, какие люди. Смотри, Барон Гейм. О, понятно, понятно. Мои хуйтеры пришли. И сюда, кстати, пришли. Вот это да. Это немного меня уже напрягает, я бы так сказал, потому что хейтеры даже приходят уже на КРМП. Ради этого качают криминальную Россию, ё-моё, заходят сюда, дабы просто почитерить. Куда это он? What the fuck? Куда он постоянно летает, ладно. Он зачем-то АФК уходит, я просто не представляю, зачем он уходит АФК. Куплю бизнес 24 на 7, бюджет 6 миллионов. Блин, братан, слышь, смотри, не продай ему. Я все-таки тут на серию. А то сейчас перекупят, блин. Но я за 2 могу купить, в принципе. За 2 и 3 могу купить. По сути, мы с ним уже договорились, поэтому... Дело-то житейское. Самое важное сейчас купить. Так где вообще это, блин, 24 на 7 находится? Какой же жопе мира она там расположена? Я просто не понимаю. Мы куда-то едем, а куда? Я просто не представляю, куда мы едем. Едем уже долгое время, я так хочу сказать. Поэтому, как бы, ну... Даже этой дороги-то я особо не знаю, куда она ведет. Сейчас меня завезет какой-нибудь лесочек, убьет машину, отберет по РП, скажет, типа, отдавай тачку. Он как раз без номеров, считай, незарегистрированный автомобиль, и за один вирт ему придется отдавать эту машину. А то даже и за ноль. Потом еще и вирт, как бы, попросит, чтобы я вернул ему. Так что такое дело. Ну, за 1 рубль, точнее. Так. Ну, мы люди непростые, соответственно, мы, конечно, свалим, но все же. Ё-моё, святые бобры. Я понял, ребят, где все это находится. Так, тише, тише, братишка. Воу-воу-воу, занесло. Так, новая Эдва. Тут вообще люди-то живут, нет? Тут люди-то вообще есть, братан? Просто если их тут нету, то ну толк какой? Угу. Ну, давай посмотрим. Давай, предлагай. Предлагай, ладно, черт с ним. Так уж и быть, беру, я бы так сказал, беру. Что поделать. Ну давай, друг, давай, братишка, братишкин. Давай, 24 на 7. Мне мою. За 1,5? За 1,4 же, нет? Ну ладно. За 1,4 или за 1,5? Сейчас мы так вот. Да бери за 1,4. Давай его немного наёжим. Типа. О! Все. Продал вам свой бизнес. Так, теперь это бизнес мой. Так, давай посмотрим, что тут можно сделать с этим бизнесом. Так, предположим, то есть я могу инструменты себе купить. О. Так, а их оплачивать-то его надо, нет вообще? А, вот, кстати, вот тут что такое.
Штрафы, оплата баланс. Так, давай-ка в банк заедем на всякий случай, потому что может так получиться, что не оплачу бизнес, и это говно у меня слетит. И в конечном итоге я нифига с него не заработаю, а тупо впустую деньги потрачу. Ну-ка, давай, поехали. Так, общественные места. И где у нас тут банк? Банк, 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 банк. Баня, баня, баня. Блин, баня вот... А, Южная, Арзамас, давай, поехали в Арзамас. Поехали, включаем свет, и со светом уже напрямую покатили. Я не знаю, тут вообще, походу, нежилой какой-то район. Я не знаю, сделают ли в будущем его жилым. Было бы, кстати, неплохо, если бы его сделали действительно жилым, и люди бы здесь работали конкретно. Работали, там первые леваки работали, да? Тогда бы у меня как раз-таки покупали там аптечки, инструменты для машин. И моя бы 24 на 7 была очень прибыльная. Но я чую, для меня одного это ничего делать не будет, поэтому будем как-то жить. Так, покатили, ладно, покатили спокойненько. Я не знаю, будет ли тут какая-то прибыль с этого вообще 24 на 7, потому что оно находится в жопе мира. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Офигеть, вылетел просто навстречу. Ударился машиной. Ну, благо, кстати, машина, она как бронированная, видите, да? Как будто у меня прям ГМК, на деле, конечно, нет. Потому что жизни тратится. Так, ну мы летим по-прежнему, как бы. Сейчас нужно, главное, по-быстрому в Арзамас приехать. А там уже с вами, друзья, разберемся. Для начала нужно в банк Арзамаса приехать, посмотреть, что там как. А нужно ли бизнес оплачивать? Ну, я, конечно, на 99% уверен, что его, конечно же, нужно оплачивать. И, блин, потому что, как бы, ну, как не оплачивать бизнес, если его не оплачивают, то это жесть. Нужна ли на него лицензия, вот еще самое главное. Но не знаю, это вы напишите в комментарии, друзья, кто прочитает, кто посмотрит этот ролик до конца, напишите, прошу вас, комментарии, потому что это на самом деле для меня очень важно. Так, предположим. Предположим, мы приехали в банк. И давай, пожалуй, посмотрим, что нам тут сейчас будут предлагать. Так. Так, так, так. Да, оплатить бизнес. Вот, пожалуйста. Ну, давай на 11 дней, я думаю, да? Да, все, на 11 дней оплатить бизнес. 30 с 30, ежедневная плата 3000. Пополнить баланс бизнеса. Баланс бизнеса 13200. Давай мы на 20 тысяч, пожалуй, пополним. Баланс бизнеса. Так, ага, баланс бизнеса. То есть, какую сумму вы желаете снять, даже можно. То есть, в случае того, если наш бизнес будет успешен, то мы можем спокойно все деньги снять. Дополнительно открыть дополнительный счет. Нет, это нам не надо. Ну что ж, друзья, вот такие вот дела. Приобрел я себе 24 на 7. Собственно, показал вам свою бэху, любимую мною. Она действительно просто шикарная, вы только посмотрите. Только гляньте, какая она красивая. Прям вообще зайка. Реально, мне прям очень нравится эта бэха. Ладно, чуваки, давайте на этом я, пожалуй, закончу. Всем вам большое спасибо за просмотр. Ставьте, пожалуйста, лайки, кому не трудно, кому просто не сложно поставить, влепить лайкосик за уважение меня. Вот, и все, друзья, всем удачи и всем пока.